Всем привет! Вы на канале Гаджетмания, меня зовут Павел. Сегодня самая большая посылка с самой большой распаковкой. Итак, давайте начинать. Поехали! Многие из нас начинают задумываться о том, что их окружает. Без разницы, в квартире, на даче, на рабочем месте, вы живете в коттедже или, может быть, в большущих апартаментах. Делаете дорогой ремонт, вкладываете деньги в мебель, вкладываете деньги в дорогостоящую технику. Но вам не кажется, что во всем этом нет души? Так вот, мне почему-то показалось. И лично для себя я принял решение, что в моем доме должен появиться предмет интерьера, который будет по-настоящему сердцем моего дома. Говорят, я, кстати, об этом не знал, что стол-река – это нынче модное направление изготовления лофт-мебели. Если честно, я не прислушиваюсь к мнению окружающих в плане дизайнерских решений, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. Давайте поговорим, из чего сделан данный конкретный стол. Он сделан из ценной породы дерева под названием горный карагач, каповый, прошу заметить, высококачественной эпоксидной смолы, ну и, собственно, совсем немножко это у нас сталь, покрашенная порошковой краской в виде подстолья, то есть непосредственно ножек. Мы выбрали именно эти слэбы, из которых в будущем получился данный стол. Потом был эскиз, потом были правки в эскиз, выбор цвета смолы. У нас он состоит из нескольких вариантов. Дно стола – это темная заливка синим, темно-синим, светло-синим оттенком. Верх стола – это прозрачный голубой, а с этого у нас получается небольшие вставки в виде, где смола прикасается к дереву, то есть отдает немножко в зелень. И с виду это все напоминает какое-то побережье, может быть, какой-то необитаемый остров или вообще снимок из космоса на Google планет. Если честно, когда я стал вдаваться в подробности по техническому регламенту производства данного предмета интерьера, конкретно обеденного большого красивого стола, я был в шоке, сколько надо соблюсти нюансов от выбора дерева, от выбора поставщиков смолы, от заливки, шлифовки, опять шлифовки. В общем и целом я понял, что действительно своими собственными силами я бы, наверное, не справился, либо бы допустил большое количество ошибок, испортил бы ингредиенты, материалы и просто попросту потратил деньги. Поэтому я очень сильно рад тому, что я обратился действительно к профессионалам. Возникает вопрос, к кому же обратиться для изготовления стола вашей мечты? Я нашел мастерскую под названием Wood Studio Cactus. Там работает Антон, он владелец этой мастерской, и конкретно он будет делать или руководить процессом изготовления стола вашей мечты. Находится это все в городе Кострома, поставляется в любой регион России посредством транспортной компании. Также бы хотелось отметить о том, что все изделия мастерской Wood Studio Cactus, они индивидуальны. Невозможно двух одинаковых повторений, потому что разная структура дерева, разный рисунок дерева, разный цвет смолы. И только вы решаете, какой стол мечты получится у вас. После того, как вы выбрали породу дерева, нарисовали эскиз, выбрали и определились цветом заливки смолы, Антон приступает к изготовлению. Все это делается в мастерской, на профессиональном оборудовании, с соблюдением всех технологических процессов. Для того, чтобы у вас получился стол вашей мечты, вы вольны выбрать из нескольких пород ценных деревьев. Будь то дуб, горный карагач, ясень или, например, грецкий орех. Я безумно рад, что у меня появился такой стол. Это будет и мое рабочее место, это будет обеденный стол, это будет стол, где будут собираться гости. И вообще, это многофункциональное изделие, хочу вам сказать. Поэтому огромное спасибо Антону и его мастерской Wood Studio Cactus. Обязательно проходите по ссылкам в описании в его Instagram. Пожалуйста, дайте ему обратную связь. Если вы хотите какую-то скидку, которая будет сейчас обозначена здесь на экране, напишите ему об этом в директ. Он обязательно ответит на ваши вопросы, и вместе с ним вы создадите стол вашей мечты. Ну а я с вами прощаюсь на сегодня. С вами был Павел, канал Гаджетмания. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписались. Делитесь этим видео в социальных сетях и со своими друзьями. Ставь лайк или дизлайк, если понравилось или нет. Обязательно пишите слово «Дональд Дак», если досмотрели до этого момента. Ну и совсем скоро увидимся. У меня есть что вам рассказать еще. Всего доброго. Пока-пока.
Я однажды сидел ночью. Как всегда, хорошие идеи приходят ночью, и мысли материализуются. Листая ленту Инстаграма, я увидел, чисто случайно, увидел рекламу всего этого. Я не знаю почему, но сработал какой-то либо таргетинг, либо еще что-то. И мне посоветовал сам интернет, посоветовал заглянуть на страничку одной мебельной компании. Конкретно, позже узнаете, какой компании. Я начал интересоваться, начал все это гуглить и пришел к выводу, что мне очень-очень безумно бы хотелось, чтобы такой стол присутствовал в моей жизни, в моей семье и стоял у меня дома.